Сегодня мы все разные. И в этой разности есть своя гармония и красота. Если мы все будем одинаковые, мы превратимся просто в партию оловянных солдатиков, каким стал Нуротан. Поэтому сегодня КПК не может быть такой, как Алга. Алга не такая, как КПК или ОСДП. Но нас объединяет одно единое общее есть, и мы во имя этого единого сегодня должны объединиться. Если мы были бы все одинаковы, и не надо призывать и стараться, да, мы разные, у нас есть свои особенности, и поэтому есть отдельный КПК, есть Алга, есть ОСДП, есть армия оловянных солдатиков Нуротан, и это тоже есть. Но сегодня вот эти три партии, которые вот так очень искусно, той же самой властью, исключены, одну не зарегистрировав, другую сняв, у нас есть близкие нам и родственные ОСДП. Поэтому я предлагаю вспомнить опыт 2005 года. И вот это заявление, которое у нас два заявления, два проекта заявлений, которые одно представило ОСДП, проект республиканского сегодняшнего собрания, я предлагаю поддержать вот это вот заявление республиканского собрания, которое вот на руках, ну я не знаю, Владимир Иванович, вот мелким шрифтом написано, которое... Здесь написано, и заменить только одну вещь. Здесь написан первый пункт. Проводить предвыборную агитацию под двумя отдельными лозунгами. Голосуй против воров и коррупционеров и поддержи любую партию, кроме Нуротана. Вот эту фразу «все оставить, как есть это заявление» и только «поддержи любую партию, кроме Нуротана» заменить «поддержи ОСДП». В остальном «все оставить так». И давайте всех поднимем, потому что правильно сказал сегодня Алике, это решающие выборы 2011 года. Вы посмотрите, когда прошла революция на Украине, нам сказали, ну это же Украина, это же совсем другое. Когда провели в Грузии, сказали, это же Грузия, это далеко. Когда прошло в Киргизии, сказали, ну что вы хотите, они же нищие, а мы богатые, у нас такого быть не может. Но теперь, когда прошло в России, это уже... сигнал. И сегодня от того, как мы сможем в этой ситуации эти выборы обыграть, и насколько мы сможем консолидироваться по-крупному, и сегодня ОСДП сказал, поддержите нас, и они пришли сюда к нам, давайте их поддержим.